Простите, у нас произошла небольшая проблемка. А мы тут при чем? Наша семья платит за все это. Что такое? Что за крики? Дети, вам все, Одесса не понравилось, что ли? Нет, она глупая! Я требую, чтобы со мной летела личная служанка. Ладно, скажу, чтобы разбросали листовки с вакансией из самолета. Прямо сейчас. Надеюсь, это поможет. Не поняла, где она? Кто? Та сумка, кто же еще? А, так я ее в прихожей видел. Наверное, ее дома оставила. Что? Какой ужас! Я не могу без сумки! Ты, дорогая, успокойся! Жизнь. Дима, смотри, яйца! А ну убери давай! Вот это нас сегодня курицы балуют! О, Дима, уйди, моя курочка! Так, хватит с ней целоваться! Идем, мамке покажем нашу добычу, а? Семья богачей ищет служанку? Офигеть! Что? Зарплата 10 тысяч долларов в месяц! Ой, что же делать, что же делать? Мама, иди сюда! Мы яйца нашли! Кажется, я знаю, что делать. Доченьки, как вы тут? Мама, мы больше не будем голодать. Мы нашли яйца. Это отлично! Но я тут хотела сказать, что... Дети удочерили миллионеры! Что? Как? А зачем меня удочерять? Ну, вам же надоела эта бедняцкая жизнь. Вот, пожалуйста, я нашла вам семью. А я останусь тут? Пока не знаю. Кити, собирайте, едем к богачам. Ой, стой, что происходит? Капец, меня кинули. Кити едет жить к богачам, а я остаюсь тут. Да уж. Соберу я курицу себе. Она этой Кити больше не понадобится. Кити, ну что ты стоишь? Давай залезай в тачку. Мама, это не тачка, а консервная банка. Садись в тачку, сказала. Не ори. Я увезу тебя в счастливую жизнь. Мама, скажи, а ты вообще будешь по мне скучать? Тебе правду сказать? Скучать не буду. Чё? Капец. Ну все, езжай уже тогда. Блин, я не могу завести машину. Опять сломалась? Ага, дурацкая тачка. Ну сколько можно купить? Так что мы теперь никуда не поедем, да? Еще как поедем. А ты вообще чего сидишь? Иди тачку толкай. И раз, и два. Мама, езжай! Мама, стой! Меня забыли! Мама, стой! Моя сумочка, я же без нее не могу. Дорогая, мы только что потеряли 1 миллион долларов. Как это? Тайлер, открой дверь. Дорогая, мы не прилетели в отель. Еще и самолет развернули. Вот так вот и потеряли миллион. И что? Для нас это копейки. Интересно, кто это к нам пришел? А ну разошлись! Вот и здравствуйте. Вы кто? И зачем вы пришли к нам в дом? Ну как? Я менеджер агентства по подбору персонала. И чем вы нам можете быть полезны? Я слышала, что вам нужна домработница. А у меня как раз есть хорошая. Ну, хорошо. Мы можем взять ее на испытательный срок. Ай, хорошо. Ой, сейчас вам такую домработницу приведу. Задаток вперед! Ну, хорошо, как скажете. Держите тут за 2 месяца вперед. Это все мне? Не вам, а вашей горничной, которая придет сюда работать. Офигеть, бабки! Ну так, ведите с вашу горничную скорее. Давай, давай, шевели лапами. Здравствуйте, я Кити. Ну, удачи, живите дружно, все, пока! Что ж, добро пожаловать в семью Тинтинс. Ко мне
Китти, а давай ты приступишь к работе. Нам нужно в комнате убраться. Как скажете, моя любимая семья? Какая-то она странная. Может, у нее не все в порядке с головой? Называет нас своей семьей? Может, это от радости. Вау! Вот эта комната! Интересно, а мои новые родители мне такой же выделят? Это что? Тот самый джойстик? Прикольно! Это что, сигнализация? Ты кто такая? Ты что, сестру не признал, а? Какую сестру, а? Ты зачем джойстик из целлофана достала? Он же специально там был, чтоб к нему никто не касался. Ой, да прям таки. Я ненавижу, когда кто-то касается моих вещей, а ты еще и чужая. Братец, ну ты чего? Давай обниматься, нам же еще всю жизнь вместе жить, а? Отвали! Что тут происходит? Калер убили эту сумасшедшую! А что с ним? Че это он такой бешеный? Мистер Зак очень брезгливый, он не переносит прикосновений. Ага, да так пусть привыкает! Ай, заходит! Ай, куда вы нас жахали? Такого я еще точно не знаю. Вот ты не собирала, так не собирала. Ты что, Дима? Можно я поставить? С чем? У меня появились бабки. Ну, эти новые богатые родители Китти мне заплатили. Беги! Ура! Стоп, мам. А ты поделишься со мной? Ну, не знаю. Эй! Да ладно, поделюсь. Ну что, поехали тратить бабосики? Стой, а что нам делать с яйцами? Куда их теперь девать? Не, ну да. Ну, у нас же теперь лакшери жизнь. Яйца нам ни к чему. Ну что, курочка, желаем тебе удачно высидеть цыплят. Пока-пока! Мам, стой, так куда мы пойдем тратить бабки? А я знаю, куда. Мы с тобой поедем, купим нам новую тачку! Здравствуйте, это вы хотели приобрести машину? Ну, не знаю. Почем продаешь? Эта машина стоит 7000 долларов. Да для нас это копейки. Вы уверены, что у вас есть деньги? Ты это видел, лузер? Ого, так бы сразу сказали. Вот машина, можете смотреть. Не знаю. Такое. Аккуратнее, пожалуйста, с машиной. Да не бойся! Ну что, доча, берем? Мам, эта машина старая и стрёмная. Еще в царапинах вся. Мне такое не нравится. Что? Какие царапины? Тут ничего нет. Ах ты, придурок! Хотел нам бракованную тачку продать. Что? Мам, да он специально этот хлам продает, потому что она никому не нужна. Знаешь что? Мы уходим. Солидные дамы не хотят покупать это барахло. На, подавись. Урод! Что это было? Мам, классно мы его, да? Ага! Всегда мечтала быть богатой и противной теткой! Мам, а что дальше? А дальше мы пойдем в магазин одежды. Там еще шуму наведем. Мне сказали, что живет сестра Зака. Значит, и моя сестра тоже. Ой, да чё в этом доме все так орут? Прекращай, сеструха! Так ты новая горничная. Кто? Горничная? Такая смешная, не могу. О, совсем забыла. Ты представляешь, я сюда приехала, а мне говорят, убирай, и там просто капец. Ну, так это же твоя работа. О, так ты тоже так убираешь? Тогда понятно. Ой, мне Адам написал. Наверное, встретиться хочет. А кто такой Адам? Это твой новый парень? Да, покажи. Китти, ты чего? Как это? Ну, я хочу знать, что у тебя там за ухажер. Хватит! Давай продолжай уборку, это не твое дело. Капец. Может, мне уже мою комнату покажут?
ты все убирай, да убирай. Так, что тут у нас есть? Ого! Китти, ты зачем взяла мой кардиган? Ну как, мы же сестры, а сестры должны делиться вещами. У меня вещей нет, поэтому делишься только ты. Какие еще сестры? Некрасиво брать чужие вещи. Ладно, только скажи, что ты просто жадина. На. Знаешь, оставь себе, я его уже точно не одену. Правда? Супер! Теперь у меня будет обновочка! Какая-то странная у нас горничная. Ведет себя так, будто тут ее дом. Ты что, семья? Видели мой новый кардиган? Он мне достался от Элис. Правда прикольный? Китти, кардиган очень красивый, но мы тебя позвали обсудить серьезные вещи. Да-да, слушаю. Понимаешь, в нашем доме нужно вести себя прилично и выполнять все наши указания. Конечно, поняла, все буду делать, все буду выполнять. Тогда твое первое задание, не трогай Зака, пожалуйста, он у нас брезгливый. Да кто его трогает? Он у вас того! Китти! Будешь плохо выполнять свои задания, мы тебя выгоним. Нет, как же так? Почему? Китти, ты чего плачешь? Почему у меня в жизни всегда так получается? Я просто хотела счастья и семью. Китти, мы хотим для тебя только лучшего. Ты себе многое позволяешь. Иди убирай. Нам с Кристи нужно переговорить. И что мы будем с ней делать? Не знаю. Давай уволим ее, она странная. Да-да, согласна. Пойду создавать новое объявление по поиску уборщицы. Да, давай. Здравствуйте. Это что, и есть тот самый магазин одежды? Добро пожаловать. У нас самый модный бутик. Да, так и не скажешь. Вам помочь что-то выбрать? Нет, не надо, мы сами справимся. Ну, тогда проходите. Ты посмотри, какие тут вещи! Вот это да! Мам, тут... Что? Ты это видела? Доча, у нас куча бабок! Бери, что душа пожелает! Ого! Вот это клиенты, конечно, бешеные. Мы все это берем. Да. Ой, а можно я вас сфоткаю? А что, вам так сильно понравились наши образы? Ага, просто такого кринжа в нашем магазине я еще не видела. Позируем, позируем. Все, готово. Короче... Вот тебе бабки, сдачи не надо. Я могу ли повторять этот мир своими шикарными образами? Эй, не поняла, тут же не хватает. Эй, а ну стоять, вы должны оплатить за весь товар. Ты что, знаешь, сколько везде микробов? Хорошо, что не знаю. Сегодня вкусный обед. О, уже обед? А вы меня не зовете? Красиво, конечно. Эй, ты, как тебя? Тайлер. Тайлер, точно. Принеси мне стул, я халать хочу. Отлично, спасибо. Китти, так, что тут у нас интересненького? Что она тут делает? Фу, в воздухе теперь дофига микробов. Китти, а зачем ты села за наш стол? Персоналу здесь не принято сидеть. О, персонал? Пусть и не сидит. А я-то совсем не чужая. Китти, хватит. Быстро ушла отсюда. У тебя есть свое место. Не смей приходить к нам за стол. Зачем вы так? Что я вам такого сделала? Почему истечки нельзя поесть?
все правда, лучше уйти. Дети! Что ты наделала? Простите, я не хотела. Да ты! Ты все портишь! Зачем ты такая порочная, которая без уборки только все подъезжает? Саня, давай перейдем все. Не, ну капец. Горничная, она убирать умнее. Я с ней поговорю. Поговорю с ней. Кити, нам нужно поговорить. Извините меня за испорченный обед. Это все из-за моих нервов. Кажется, ты что-то не справляешься. И мне придется тебя выгнать. Нет, прошу, не выгоняйте, мне не надо. Эй, ты чего? Меня родная мама тоже выгнала. У меня ведь теперь совсем нет дома. И семьи тоже не будет. Ого, все так серьезно. Я буду сиротой, если вы от меня откажетесь. Знаешь, я тебя не увольняю. Я скажу больше. Я дам тебе премию, но работай, пожалуйста, лучше. Хорошо, за деньги я буду всегда убирать. Ну и отлично. Тогда за работу. Офигеть! Мне папа дал первые деньги. Я теперь могу себе что-то купить. Ура! Сейчас накуплю себе кучу сладостей, а еще зайду в магазин одежды. Мама, как классно иметь деньги на закачки. Вот она, лакшери. Мама? Тина? Привет, как дела? Я так рада вас видеть. Тина с кем-то путать? Мы не есть мама и Тина. Вы что, думали, я вас не узнаю? Как? Мы же жили вместе 15 лет! Мы тебя не понимать. Мы же лакшери девушка, и мы идти в наше крутое тачка. Что за цирк? Вы что, обиделись на меня из-за того, что меня удочерила богатая семья? Девушка, до свидания. Мы опаздывать на свой самолет. Офигеть! Вы ненормальные! Тина, палим быстро! Но мы не группа с ней! Так я нормально! Бежим! Какой ужас! Мне даже расхотелось идти в магазин и что-то себе покупать. Кити, что случилось? Это конец! Конец чего? В моей жизни меня кинула родная мать! Кити, может, ты встанешь с моей кровати? Сейчас мне грустно и одиноко. Мне, конечно, очень жаль, но тебе придется делать свою работу. Ты же прислуга все-таки. Почему ты называешь меня прислугой? Я же твоя сестра, приемная сестра. Кто-кто? Какая сестра? Ты работаешь на меня и мою семью. Что? Работаю? Нет, мама меня сюда привела, чтобы я жила в богатой семье. Это ошибка. Мама и папа тебе даже деньги платят. Ничего? Ты чего до сих пор здесь? Тебя еще не уволили? Ты все знал и не сказал мне, придурок! Эй, я попрошу, со мной положительно разговаривай, да? Да фиг тебе! Получай чудище брезгливое! Я еще разберусь, сестра недоделанная! Иди ты чего? Все же хорошо, спокойно! Вот это я понимаю, курорт 5 звезд! Вот это жизнь! Роман, а подкройте солнце, сделай ярче, хочу больше загореть! Ага, сейчас все будет! О! Вот это другое дело! Эх, богатая жизнь она такая! Да-да! Здравствуйте, Иса Сарель, я к Кити пришел. Не знаю никакой Кити. Это ж ваша дочь. У меня вот дочь Тиночка, а Кити не знаю. А вы что, разбогатели? Откуда это все? Мама продала Кити в другую семью. Она думает, что ее удочерили. А на самом деле она там служанка, а бабки забираю я.
Кити, мы тут расслабляемся. Да как так можно? Продать дочь и сестру, а потом сидеть радоваться. Капец. Нужно срочно найти Кити. Надеюсь, ее там не обижают. Ты что делаешь? Какого фига я помнишь? Что за издевательство? Кити, ну почему деньги отдали твоему менеджеру? Она хотела с тобой. Какому менеджеру? Маме? Офигеть. Меня что, реально продала родная мать? Мы здесь ни при чем. Нам нужна была горничная. Я не буду на вас работать. Сколько вы там моей мамке пообещали, что она решила меня сплавить, а? 10 тысяч долларов за каждый месяц. Сколько, сколько? Вы серьезно? Ну да. Да как? Я могу получить столько денег, а теперь за что? Китти, ты чего? Давай, мы тебе поможем. Да как? Мне нет ни мамы, ни денег. Мы будем платить тебе 20 тысяч долларов, если ты останешься у нас работать. Только хорошо работать, не так, как раньше. Да, я вернулась ко всему. Раз уж вы меня не удочерили, буду на вас работать. Буду гонишься. Вот тогда приступай к работе. Китти, ты уже поздно? Что это, Китти? Ты че орешь? Это ж я! Капец, ты меня напугала! Классная у меня форма! Я теперь настоящая горничная! Да, классно! Только ты ее задом наперед надела! И, кстати, у меня для тебя есть подарок! А что это? Твой помощник потом! Класс! Но лучше бы ты бабке подарила! Не наглей! Тебе и так мои родители платят очень много! Оправдай свою зарплату! Ну ладно! Я пошла! Ты что, кушаешь без тренёчка? Какой кошмар! Отвали, отвали, не надо! Я помощница по дому и должна следить за порядком. Ты должен быть чистеньким. Ты лучше бы за собой следила, бесишь! Так, давай, сейчас буду тебя кормить. Открывай ротик. Да не надо! Кто-то класс, Китти, как тебе работается? Мистер Гарри! Особо грязно. Я сейчас же вытру. Кити, а может, тебе не надо? Надо, надо. В доме должен быть порядок. Ну, вообще, да. Кити молодец. И мама же не строгает, она вы чисто. А вот тебе маленькое премия. Держи. Правда? Спасибо. Кити, а сейчас что ты делаешь? Полы мою! Ты такой бардак, ужас! Мне кажется, Кити заигралась в горничную. Мама, это невозможно! Ну, сынок, Кити правда молодец. Что ты делаешь? Упс, кажется, мне пора убираться в гостиной. Всем га! Фу, она убирается, а чище не становится. Все хорошо? Нормально. Кто ты там пришел? Китти, наконец-то я тебя нашел. Нейт, а что ты тут делаешь? Я узнал, что твоя мама продала тебя этим людям. И вот пришел узнать, как ты. А я хорошо, вот работаю уборщицей. Китти, какой уборщицей? Ты совсем бросаешь на все? Мы уходим. Нет, я никуда не пойду. Китти, идем. Нет, ну хватит. Меня тут кое-что держит, я не могу уйти. Я тут домработница. Интересно, конечно. Китти, я там сок раз уберешь. Хорошо, уберу. Так вот что тебя здесь держит. У тебя новый парень появился. Что? Нет, нет, ты не то подумал. Эй, а вы чего? Ну, Китти, я хмурил, а теперь она у тебя служанка. Ну или тебе сейчас... Китти, не оставлю! Нейт, зачем? Ты не изменяешь с ним, я все знаю! Это твой новый парень! Теперь он корова и идет со мной на пастбище! Нейт,
Эта пачка денег пахнет скоростью. Что это значит? Это значит, что она быстро потратится. Мама! Там какой-то парень симпатичный украл нашего зака. Как это? Не знаю, но я сама видела. Офигеть! Может, Китти что-то знает? Китти! Да-да, я вас слушаю. Китти, а ты не видела, с кем ушел Зак? Китти, я вижу, что ты врешь. Простите, это я виновата. Зак забрал мой парень. Китти, как ты могла такое допустить? Мы тебя приняли в нашу семью, а ты с нами так поступаешь? Но я не виновата. Ты уволена! Ты больше не будешь работать в нашей семье! Но для начала ты должна найти Зака, а то я позвоню в полицию. Хеллоу, а вот и мы. Кто это? Это Зак. Китти на него работает, но сама уходить не хочет. Так это богач. А нам он зачем? Я его забрал, чтобы он на мою Китти не засматривался. Ой, какой хорошенький. А может, я его себе заберу? Мне как раз парень нужен. Убери руки, убери свои руки! Убери! Капец, он писклявый. Как думаете, что будем с ним делать? Кажется, я знаю, что. Мы планируем огород расширить. Нужно саженцы посадить. Отпустите меня домой. Нет, ты теперь мой жених. Ненавижу работать. Работать для бедняков. Так, и что тут у нас насажено? Мам, кажется, мой жених тупой. Он посадил сосиски и спагетти. Ты реально тупой! Да откуда мне знать, как по-другому выращивать сосиски и спагетти? За меня все прислуга делала. Зак, ты что тут делаешь? А ну быстро снимай это все! Ты кто такая, девочка? Хватит, мама. Я уже поняла, что ты от меня отказалась. Но Зак ни при чем. Его нужно отвезти домой. Ха, еще чего? Это мой жених. Спаси меня, иди домой, я не заставляю тебя работать. Значит так, вот вам деньги, Зак едет домой. Ну раз деньги даешь, то забирай. Иди, спасибо тебе большое. Обниматься, конечно, не будем, я все-таки брезгливый. Надеюсь, его найдут. Ура! Держи, 150 тысяч. Но уходи от нас. Мы больше не хотим, чтобы ты с нами работала. Да, простите, что так вышло. Это все из-за моей мамы, которая меня сюда продала. Ой, как-то жалко мне ее. Она совсем одинока. Ну что, Китти, я вас поздравляю с покупкой нового дома. Спасибо. Вот ваши ключи, осваивайтесь, а я пошел. Не может быть! У меня есть свой дом! Не бедный, а очень даже приличный! Да-да, заходите! А вот и мы! Привет, Булочек! Как ты тут? Зачем пришли? Я вас сюда не приглашала! Ну как же, у тебя же новоселье! Вот мы пришли поздравить, даже тортик принесли! Спасибо! Только я не хочу праздновать его вместе с вами. Ты еще обижаешься, что я тебя обманула и не сказала, что ты будешь служанкой у богачей, а не их дочкой. Не смешно. Ты меня кинула. За торт спасибо. Но теперь уходите. А где торт? А, так у нас деньги закончились. Хватило только на коробку. Не хочу вас больше видеть. Уходите отсюда, вы мне теперь чужие. Единственный человек, с которым я хочу разделить свое счастье, это Нейт. Пойду найду его. Нейт, ты такой веселый. А хочешь, я помогу тебе стать богатым? Такому красавчику нельзя быть бедным. Можно попробовать, я не против. Супер, тогда я скажу родителям, и они найдут себе работу. Спасибо, Элис. Ты тоже прикольная. Нейт, а ты чего еще тут сидишь? Что, не собираешься ко мне на новоселье? Привет, Китти. А ты что, дом купила? Что тут делаешь? Еще и вместе с моим Нейтом! Элис просто зашла ко мне в гости, по-дружески. Ты ее даже не знаешь! Как вы познакомились? Ну, Нейт же приходил к нам. Я его видела, нашла и познакомилась.
Иди, если хочешь, можешь с нами посидеть. Нет уж, не надо, вы сидите сами, не отвлекайтесь на меня, друзья. Ну ладно. Кажется, я теперь никому не нужна. Расскажи еще что-то. А никто. Я теперь совсем одна, без Нейта, без семьи, зато в своем доме. Не знаю даже, что лучше. Есть тут кто? Ау! Привет! А вы как тут оказались? А мы узнали, что у тебя новоселье, и решили принести торт. А там что? Правда? Настоящий торт? Кити, мы тут подумали, а может, ты и правда станешь нашей дочкой? Что? Мне сейчас послышалось? Нет, нам так тебя жалко. Твоя мама ужасно с тобой поступила. Переезжай в наш дом. Офигеть! Спасибо! Я согласна! У меня будут родители и своя комната. Конечно, будет. Только с Элис надо разобраться. Она увела меня парня. Прямо сейчас его охмуряет. Что? Мы ее устроим. А ну где это, Элис? Ну я сейчас покажу. Стой! Я тоже хочу на это посмотреть. Родители, я с вами. Я забыла уже слова. А ты чего расселась? Иди толкай эту тачку. Вот это нас собирала, так нас собирала. Он же специально там был, чтобы к нему никто не касался. Хватит уже. Хватит. Собирала, так я собирала. Тут ничего нет. Ах ты, придурок! Мам, тут... Что? Ты это видела? Девушка, до свидания. Мы опаздывать на свой самолет. Самолет? А яблоко мытое вообще? Фу, мне яблоко не помыли. Уходите вон отсюда! Не хочу! Зачем так орать? И вообще, вы должны были меня поздравить 5 минут назад. Ну прости, пожалуйста. С днем рождения, доченька. Вот, это тебе. Ура, новый айфон. 13-й. Серьезно? Ну да, как ты и хотела. Уже 14-й вышел, а вы мне только 13-й дарите. Вы серьезно? Как вышел? Прости, доченька, но мы не знали. Не знали? Мы не богаты, мы гига богаты. Как вы вообще можете дарить мне эту дешевку? Ну, доченька, у нас же вот еще подарки есть. Да, там все самое дорогое. Ну, и сколько их тут? Ровно 32. Сколько? В прошлом году было 33. Значит, в этом должно быть на один больше. Доченька, мы купим тебе еще 2 подарка, да, милый? Да, придешь домой со школы, и они уже будут тут. У вас все всегда потом! Нельзя было сразу сделать все нормально! Прости нас! Бесите! Все настроение в день рождения испортили! Нашел! Ну неужели? Прям целый кусок торта выкинули? Давай разворачивай скорее! Ой, он в плесени. Да какая разница? Так даже полезней. Да, давай сюда. Так, а свечи? Ща. Во,
этого мало. А так? Ну, это же другое дело. Ну, пора. Кити! Да, я уже проснулась. С днем рождения! С днем рождения! Ого, мы не забыли! Ну, как мы могли забыть? Поджигай. Ну, загадывай желание. Ура! Но это еще не все. А вот и твой подарок. Ого! И что же там? Пакет? Ага, твой старый пакет для учебников порвался, и мы решили подарить тебе новый. Ага, еле уговорил продавца отдать мне его. Ты рада? Угу, очень. Эй, ты чего? Ничего, просто мои родители бедные, и ничего нормального толком мне не могут подарить. Доченька, ну мы же дарим тебе самое лучшее. Ну, из того, что у нас есть. Ага, только вот родители Евы гигабогатые и дарят ей кучу подарков, а вы мне пакет. Все девочки в школу с сумочками ходят, а я вот с этим. Ну зато мы тебя любим. Ага, класс. Так, ладно, я лучше в школу пойду. Да уж. Ребят, а какой бы вы хотели получить подарок на день рождения? Пишите в комментариях. А тортик теперь кому? Ну, значит, сами съедим. Ага. Дурацкий охранник! Нашел время, когда в отпуск уходить. Теперь этот торт домой тащить. Привет, Ева! Фу, опять ты нищая. А чё это у тебя за торт? У меня вообще-то сегодня день рождения. Да? У меня тоже. Это что, вы родились в один день? С днем рождения! Фу, не трогай меня! Да чего ты? Да, не прикасайся ко мне, вали давай! Ну ладно. А хотя, стой, подожди. Хочешь денег заработать? Денег? Конечно хочу! Чё надо делать? На, неси мой торт в класс. Ого, какой красивый! А деньги? Сначала донеси, а то вдруг ты его уронишь по дороге. Не-не-не, не уроню. Идите осторожней! Да все-все, я держу, крепко держу. Ну что встала? За мной! Какой он красивый! Гораздо лучше того, что родители мне подарили. Ну что ты плетешься? Быстрее давай! Да все, иду, я иду! Блин, а может чуть-чуть попробовать? Никто и не заметит. Вкуснятина! Кити! Иду! Всем привет! Ого! Кити, откуда у тебя такой торт? Точнее, откуда у тебя на него бабки? А, это... Это мой торт. У меня сегодня день рождения. Крутяк! Поздравляю! Ну, ставь на стол! Ага. А бабки? Какие бабки? Ну, за доставку торта. Ой, отвали! Радуйся, что я вообще дала тебе подержать такой дорогой торт. Ну, чего сидите? Я для кого торт тащила? Уже бежим. Так, ты же порежешь тортик? Конечно. С днем рождения! Фу! Не трогайте меня своими руками! Куда? Тортик взять? Он же для всех? На тебя не рассчитано. Так.
Китти, а хочешь, я с тобой своим тортиком поделюсь? Правда? Конечно, хочу! Держи. Спасибо! А у меня, кстати, сегодня тоже день рождения! Серьезно? С днем рождения! Спасибо! Вот видишь, Ева, как нормальные люди реагируют на поздравления. Тоже мне, нашли кого обнимать. А вдруг она заразная? Что значит вдруг? Какой ужас. Да расслабься. Я шучу. Доченька, мы вот тебе подарки докупили. Да, теперь их 34, как ты просила. Не надо мне ничего! Как не надо? Да ты хоть посмотри. Не надо, я сказала! Отстаньте от меня! А может, хоть второй понравится? Нет! Мне не нужны подарки, мне нужен парень! Сейчас все организуем. Как тебе этот? Нет! А вот этот как тебе? Не нравится! А может вот этот? Нет, да хватит мне уже их показывать! Ну неужели тебе никто из них не понравился? Нет, мне нужен другой! Так скажи, кто, и мы его тут же приведем! Мне нужен Зак! Твой одноклассник Зак? Да, и только он! Понял, сейчас будет. Отпустите меня, вы кто такой? Зак, привет! Ева, что здесь происходит? Ты у меня дома, а это мои родители, миссис Джессика и мистер Нейт. Класс! Ну только зачем меня сюда притащили? Теперь ты будешь парнем нашей дочери. Чего? Ну, а что такого, Зак? Я красивая, богатая, да и к тому же у меня день рождения. Вы совсем чокнутые! Всего доброго! Ну не плачь, найдем тебе другого парня. Мне нужен этот. Папа, верни его. Понял, сейчас верну. И что приготовить на праздничный обед для Китти? О, может яблочный пирог? Хотя нет, это я себе на потом оставлю. А тот что? И что же приготовить? Капустный суп или капустный суп? Наверное, капустный суп. О, мой любимый капустный суп! Сегодня праздничный, даже соль добавила. Ничего себе! А пахнет как! Подожди, Китти! Без именинницы нельзя! Ладно! А вот и наша Китти! Садись кушать! Опять суп из капусты! Капец! Даже на день рождения не могут ничего нормального приготовить! Это лучший суп! Мама его даже посолила! Ого! Кстати, я тоже кое-что притащила на десерт. Вот. Что это? Это же свежий кусок торта! Обожаю сладкое! Ребят, а вы любите сладости так же, как и я? Пишите в комментариях! И не забывайте ставить лайки и подписываться на канал! Так, десерт после обеда. Всем приятного аппетита! Вот это я наелся. Ну что, доченька, как тебе день рождения? Как всегда, самый лучший бедный день рождения. Мне кажется, Китти какая-то грустная. Конечно, грустная. Она мечтала о гитаре, а мы ей пакет подарили. Да уж. А давай купим ей гитару. Я как раз подработку нашел.
Вот, смотри! Ого! Мы сможем даже новый дом купить! А то! Ого! Смогут купить гитару и новый дом? Надо им помочь! Я с вами! Куда с нами? На подработку! Я вам помогу, чтобы побыстрее на все заработать! Наша ты помощница! Ну все, давайте быстрее, а то опоздаем. Какое же здесь все дорогое! Опа! О, крутяк! Сколько она стоит? 200 баксов? Ах, капец, у меня только 20. О, а может нолик дорисовать и будет 200? Крутяк. Не хватает на футболку? Опять вы! Я больше к Еве не подойду! Уверен? Да, она не в моем вкусе. Мне вообще другая девочка нравится. Вот оно что. А если я тебе дам столько денег, что ты купишь не только вот эту футболку, но и весь этот магазин? Ого! Из чего такая щедрость? За это тебе нужно будет встречаться с Евой. Ну уж нет! Ты хорошо подумал? Ладно, я согласен. Вот и молодец. Что-то тут маловато. На весь магазин не хватит. Не все сразу. Остальное получишь через неделю. Ну, пойдем. А холодильник мыть надо? Ну за те бабки, что тут платят, думаю, надо. Так, и чё тут у нас? Ого! Вот это хавка! Бургер! Это я его нашёл! Делись! А чё это вы там делаете, а? Ничего! А? Пыль вытираем! Давайте быстрее! А нам точно ничего не будет, если мы его съедим? Да у этих богачей столько хавки, что они не заметят! Чур, я первый кусаю. А я смотрю, мы тут уже почти закончили. О, да, миссис Джессика, еще чуть-чуть осталось. Хорошо. Какой ужас! Что? Вы о чем? Откуда здесь бургер? Это же вредная еда. Да норм еда. Его срочно нужно выбросить. Да чего выбросить? Я его съем! Я сказала выбросить! Ну, ладно. А точно нельзя съесть? Нет! Прощай, бургер! Отлично! А вы пока заканчиваете уборку, а ты... За мной. А, нужно еще в гостиную убраться. Ну че всегда я? Да блин, как они это сделают? Ладно, еще раз. Ой-ой-ой. Кто там? Я занята. Да блин. Привет! Зак, ты вернулся? Ну, конечно! Как я мог не вернуться к такой красотке? Ну да, я такая. А почему ты вообще сбежал? Так я... это... за цветами сбегал, вот. Какие красивые! Ой, а чего это я? Давай я тебе свою комнату покажу. Значит, вот тут вот у меня одежда, вот там вот косметика, а вот тут вот картина. Ага. Тебе что, не интересно?
Нет, очень интересно. Слушай, а давай, может, сходим на свидание? Мы же теперь вместе. Ну, типа того. А хотя, нафиг свидание. Давай поцелуемся. Эй, ты чего? Ты не хочешь меня целовать? Нет, то есть да, хочу. Ну так в чем дело? Ну я просто у тебя первый раз и еще не весь дом увидел. А, точно. Ну пойдем, я тебе экскурсию проведу. Уф, как тут пыльно. Ого, тут даже пыль золотая. Вот так вот. А вот тут у нас гостиная. И сейчас я тебе покажу одну картину, на ней изображена... Китти? Какая Китти? Изображена моя бабушка, принцесса. Да вот же Китти стоит. Приветик. Ты что тут делаешь, нищенка? Ты как в мой дом пробралась? Охрана! Ева, что случилось? Мама, у нас нищая в доме. Так это я ее позвала. Ты? Зачем? Она с родителями делает у нас уборку. Все, не отвлекай меня. Что? Уборку? Да Китти теперь моя прислуга! Я не прислуга! Мы всего лишь один раз пришли, чтобы денег заработать. Зак, ты слышал? Зак! Китти, ты такая молодец! Помогаешь своим родителям! Чего? Ты сейчас серьезно? Это же смешно! А чё смешного? Не все, как ты, рождаются в гигабогатых семьях. Китти, я в восторге от тебя. Да ладно тебе, ничего особенного. Я тоже помогаю бедным. Ого, спасибо. Вот видишь, да, какая молодец. Китти, а когда ты заканчиваешь работу? Да я уже закончила. Так давай я тебя домой проведу. Да не нужно, я с родителями пойду. Ну ладно, тогда увидимся в школе. Ага, пока. Зак, это что было? Ты же вроде мой парень! Ну, а чего тут такого? Я просто хотел проводить Китти. Вечером одной опасно ходить. Да? Только поэтому? Конечно. Ты у меня такой добрый. Ага. Слушай, мне уже домой пора. До завтра. До завтра. Ура! Ура! Зак мой парень! Нужно сделать красивый макияж, чтобы понравиться Заку. Какой ужас! Мама! Что такое? Что случилось? Что у меня с лицом? Ну и что там? Нормально же все. Нормально? Ты посмотри на этот огромный прыщ! Ой, тоже мне огромный. Он ведь манюсенький. Да его же из космоса видно. Сейчас замажем тоналкой и все. Нет, не поможет. Окей, поняла. Нам срочно нужен стилист. Вызывали? Ого, так быстро? Ну конечно, я же лучший. Кому тут нужен макияж? Мне, у меня огромный прыщ. Не так уж и плохо. До утра должно пройти. Вот видишь, завтра в школу пойдешь с чистой кожей. А сейчас что? Я не смогу уснуть, зная, что у меня на лице это. Я вас понял. Сейчас все сделаем. Опс. Готово. Вау, это что, бриллианты? Ну, естественно, моя хорошая. Вы же гигабогаты. Отлично, мне нравится. А вы бы хотели себе такой мейк? Пишите в комментариях. Спасибо вам огромное. О, обращайтесь. Ух, ой, 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 ой. Пап,
Так, можно потише? Я тут домашку делаю вообще-то. А что я сделаю, если вода холодная? Ой, Ну, а я домашку делаю. Ты мне мешаешь сосредоточиться. Ну, потерпи чуть-чуть. Адам, ты там скоро? Да скоро я, скоро. Почему вы ко мне пристали? Доченька, а ты пойдешь в душ? Не, я уже сходила. Ну и ледяная же водичка. Отойди, не мешай мне, мне еще вон посуду мыть. Так, а где моя губка для посуды? Не знаю. Китти? Я тоже не знаю. И как мне теперь посуду мыть? Сейчас все будет. Вот, и даже не воняет. Ну, почти. Так, давай уж сюда. Закончила. Пап, будешь домашку проверять? Зачем? Ты же отличница, так что можно не проверять. Ну, тогда я спать. Ой. И я. Офигеть! Спать не легли. Хоть бы кто матери помог. Мия, ты сделала домашку? Нет, я думала у тебя списать. Капец. И что нам теперь делать? Вот, вы можете у меня списать. Спасибо тебе. Ты лучшая. Боже мне, а вот я всегда за оценки плачу. А хотите, я и за вас заплачу? Да нет, спасибо. Мы лучше у Китти перепишем. Бесит меня эта Китти. Почему с ней все общаются? Готово. Еще раз спасибо. Да не за что. Я всегда рада помочь. Всем доброе утро. Вы подготовили домашнее задание? Да! А ты, Ева? Ну, мисс Эллисон, у меня, как всегда, все на отлично. Умница, Ева, ты моя любимая ученица. Зак, а у тебя что? У меня все сделано. Ну, тут неправильно, тут тоже неправильно. Ну, в целом нормально, но на Ане тянет. Капец. Ну ладно, в следующий раз получше подготовлюсь. Блин, Зак так расстроился из-за оценки. Мисс Элис, а можно вас? Конечно, а что ты хотела? А вы бы не могли исправить Заку оценку на отлично? Ой, даже не знаю, ну ладно. Зак, я там ошиблась, у тебя А. С плюсом. С плюсом. Ева, зачем ты это сделала? Ну, ты же хотел хорошую оценку. Да, но только я хочу зарабатывать оценки с помощью своих знаний, а не денег. Ну, Зак! Блин, лучше бы вообще не лезла, тупица. Китти, привет! А ты занята? Ну, как видишь, книги в шкафчик складываю. Я имею в виду вечером. Вечером у меня подработка. Ты же знаешь, что мы бедные и зарабатываем как можем. А что? Я просто хотел, чтобы ты со мной позанималась. Ты же отличница. Ну, я с удовольствием, но давай как-нибудь в другой раз. А что это вы тут обсуждаете? Не твое дело. Фу, какая ты хамка. Милый, а пойдем сегодня в кафе? Нет, я занят учебой. Да что ты врешь? Ты с этой бедной гулять собрался, да? Нет. Не ври мне. Да он и не врет. Зак попросил позаниматься с ним. Ах, вот оно что. Ищешь повод, чтобы провести с ним время? Ева, ты какая-то неадекватная.
Держись, Зак. Ну? И что ты молчишь? Да я правда только по учебе ее попросил помочь. Да? Ну ладно. Так а зачем тебе это, Китти? Я же могу нанять себе самых лучших репетиторов. Только заниматься будем у меня дома. Ну конечно, а могло быть по-другому. Какие мы все-таки молодцы. Ага, зарабатываем дочки на мечту. И на новый дом. Я прям его уже представляю. Ты на гитару сначала заработай, мети давай. Мету, мету. Вау, какое красивое ожерелье. Вот бы и мне такое. Дорогая, я тебе обязательно заработаю денег на него. Ты у меня самый лучший. Да ты меня достала уже. Это ты меня достал. Не можешь нормальный подарок купить? Ты издеваешься? Вот кого Ева у нас такая противная. Так это я виновата? Может, это ты голимые подарки даришь? Это, по-твоему, голимый подарок? Это самое дорогое ожерелье. Да у меня таких куча. Джессика, а ну стой! Мы еще не договорили! Это что сейчас было? Эти богачи выкинули такое дорогое ожерелье? Ага. Дорогая, это тебе. И даже зарабатывать не пришлось. Обалдеть! Мечты сбываются! Ура! Ну и где же твой репетитор? Скоро должен прийти, не нервничай. Уже час ждем. Я хочу пить, и я хочу есть. Ну, сходи возьми себе пока коктейль или поесть. Повар приготовит. Чего он такой нервный? Опа, рюкзак Зака. Сейчас посмотрим, что у него есть. Так, тетради, книги. Фотка Китти. Фотка Китти? Офигеть! Так он в нее влюблен! Но он должен любить меня! Нужно ее опозорить, чтобы Зак понял, какая она лузерша! Обожаю денежные маски. Ну что, ты наконец успокоилась? А будешь доставать меня глупыми вопросами, опять начну кричать. Окей, я понял, молчу. А подай мне еще золото. Конечно. Держи, дорогая. О, класс. Лучшее успокоительное. Мам! Пап! Опять! Ни минуты покоя в этом доме. Ой, кто бы говорил. Вы почему не отзываетесь? Мы делали денежные масочки. И без меня? Да мы вот только хотели тебя позвать. Ладно, пофиг. У меня к вам дело. Вы должны позвать к нам в гости Китти и ее родителей. Кого? Доченька, ты в порядке? Они же вроде тебе не нравились. Они мне и сейчас не нравятся, но вы должны их позвать. Зачем? Какая разница? Я сказала их зовите немедленно! Ладно, ладно, зовем. Фух, ну что, поработали, теперь можно и телек посмотреть. Я за. Китти! Чего? Пора телек смотреть. А-а-а, поняла. Прогноз погоды на сегодня. На севере ожидаются дожди. Не-не-не, давай музыкальный канал. Окей. Цветут цветы, и светит солнце. Нам радостно. Ой, нет, давай лучше комедийное шоу. Ладно.
где звук? А это не мое шоу. Ого, к нам кто-то пришел? Надеюсь, это не соседи пришли опять жаловаться, что мы их затопили. Обалдеть! Что там, пап? Нас Джессика и Нэт в гости позвали! Что? Зачем им это? Да какая разница? Нужно быстрее собираться! Надо же голову помыть! Что-то как-то очень мало накапало. Ну хватит хоть волосы уложить! А что мне делать? Мне нужен галстук. Сейчас. Моя рукодельница. Идемте скорее, а то опоздаем. Да, пора. Где же эта Ева? О, ты уже в комнате? Ну, я да. Репетитор-то твой где? Репетитор отменяется. У нас есть дела поважнее. Идем. Здрасте! Угу. И вам добрый день. Вот это все-таки хата. Каждый раз буду удивляться этому богатству. Ага, только теперь мы в качестве гостей, а не уборщиков. Так а чё вы нас в гости позвали-то? Да так, на ужин. О, так чё, пожрём! Ура! Ага, ну, проходите. Надеюсь, у Евы, ну, очень важное дело, раз она решила позвать этих бомжей. О! Супчик, походу. Да подожди ты! Нас еще за стол не пригласили. Добрый день. Здрасте. А чего вы все стоите? Присаживайтесь за стол. Ага. Ева, хватит! Мне уже пора домой. Да подожди ты! У нас тут гости. Китти? Привет, Зак. Опа! А это кто? Твой парень? О, почему ты ничего нам про него не рассказывал? Да тихо вы! Зак, знакомься, это мои родители. Мистер Адам и миссис Кристи. Здрасте, очень приятно. Ева, Зак, так чего вы стоите? Присаживайтесь. Так что, уже можно есть? Ну, думаю, да. Чё-то суп вообще ни о чем. Наш капустный и то вкуснее. Потому что это не суп. Это руки мыть. Вот тупые. Ничего смешного. Можно было сразу предупредить. Ну да, куда вам, бомжам, знать о таком? Эй, мы не бомжи! А по-моему, очень похожи. А знаете что? Мы не клоуны, чтобы над нами ржать. И мы уходим. А ну стоять! Откуда у тебя это? Это же ожерелье, что я тебе подарил. Так вы сами его выбросили. Нет, вы его украли. Я так и знала, что вы воры! Я звоню в полицию! Но мы же ни в чем не виноваты! Ага, знаю я таких! Отпустите моих родителей! Они ничего не крали! Неправда, они воры! Да, надо проверить, может они еще что-нибудь украли. Мама, папа! Вот
Вот видишь, Зак, какая твоя Китти на самом деле? Я же явно лучше ее. Нет! Китти и ее родители добрые, а вы ее подставили! Не хочу видеть ни тебя, ни твою семейку! Зак! Папа, сделай что-нибудь! Зак, стой! Я тебе еще денег дам! Нет! Я ни за какие деньги не буду общаться с вашей дочерью! В смысле? Папа, ты платил Заку деньги, чтобы он со мной общался? Ну, да. Зак, это правда? Да! Но с меня хватит! Счастливо оставаться! Папа, как ты мог? Ну а что, он по-другому не хотел. Ну прости, доченька. Доченька, ну мы найдем тебе нового парня. Миссис Китти, а мы тут завтрак готовим. Прервали! Это мои родители приемные, вот-вот должны приехать! А мы на кого похожи? На друг друга! Мы же родственники! Позорище! Быстро в душ! Ну какой душ? Ну да и мне! Ну я не пойду! Мы хотели детишек как раз забрать. Здрасте! Это наши будущие дети. Не переживайте. Смотрите, какие они у нас хозяйственные. Ой, ребятки, вы готовы? Детишки, какие вы уже чистенькие. Можем ехать. Ба! Здорово! Мы тут! Это же детский дом? Ну, да. А где наши дети? Вот же они! Ну да, прям как в контракте и прописано. Как это? Я что, согласилась отдать вам детей? Ага! Ужас! Не поняла! Они что, на них претендуют? Что за беспредел? И что делать? Давайте конкурс устроим. Я решу, кому достанутся дети. Ура! Мы согласны! Да, пусть наши новые родители нас завоюют. Ну что, родители, я должна проверить, как вы переносите детей. Мелани и Ева, подойдите. Пока мальчики собирают вещи, мы начнем. Поехали! Будьте моя девочка! А, хорошо сукаться! Давай переносить! Давай ножку! Сюда ножку! Давай! И эту тоже сюда же! Молодец! Сюда! Оп! Опа! А зачем мне памперс? Доченька, помолчи! Мы должны выиграть! Чика-ди-чика. И что ж такое? И сюда. Ух ты, бусинка наша. Придурки. Сейчас мы все сделаем. Только не говори, что... Мы тебя сейчас в это запеленаем. С характером, блин. Ну что, проверим, как запеленали. Ой, вижу, вы отлично справились.
Размотайте меня, мне жарко! Ну ладно, пойдем к следующим родителям. Ну чё, как вам наше произведение? Ё-моё, а почему у Евы на голове памперс? Ну так она уже взрослая, зачем ей памперс? А так шляпа классна. Ужас! Так, давайте уже перейдем к следующему конкурсу, чтобы наверняка решить. Проходите, будем начинать. Опа, а что за тачки? Ну где же наши более адекватные родители? А можно вы нам отдадите детей, а мы вам заплатим просто больше денег? Я бы с радостью, но я с бедными подписала договор. И только дети могут выбрать, с кем остаться. Вы должны провести ребят через преграды и доехать ко мне. Ну что, поехали! Давайте, давайте, давайте! Мы точно победим! Нам нужны эти дети! Нейт! Они нас опережают! Сейчас все будет! Выходит, 1-1, и нужен еще конкурс. Какие родители нам нужны? Ну, одни богачи, вторые очень смешные, даже не знаю. Ну вот на конкурсах и решим, кто круче. Ну что, третий конкурс? Надеюсь, он будет победным для вас. Тогда Зак и Мелани остаются с этими родителями на конкурсе. А Ева и Адам с этими прекрасными родителями. И ваша задача – одеть детей модно. Вещи на столике. Кто лучше, тот и победил. И начали! Отдай! Это я хочу взять бомжара! Отвали! Я сейчас плюну в тебя! Ну что, оценим? Тут очевидно, победили Кристи и Крис! Именно они забирают всех детей! Чё? Мы вообще-то круче их одели! Мы модные журналы на мусорке читали! Да дети теперь как бомжи выглядят! Но впрочем, как и вы! Дети, вы рады, что едете к ним? Ну не знаем, нам сложно решить. И мы не можем по отдельности. Тихо! Значит так, вы живете у них, а вы у них. Классно? Чё? Ну так мы поймем, кто из вас лучше. Мы будем скучать. И мы. Надеюсь, скоро увидимся. Мы поживем у бедных, а вы у богатых. И так точно решим, где мы будем жить. Так, нет времени, все быстро в машину. Детки, садитесь, уже едем. Ну что, детки, до встречи. Ну а мы на чем поедем? Тоже на машине. Сейчас все будет. У вас хоть какая-то тачка есть? Ваш транспорт! Мелани, присаживайся! Поедете с ветерком! Вы где эту тележку достали? Это лучший транспорт! И вообще, много вопросов! Молча вези Мелани! Заживем! У нас теперь есть личные рабы! Это точно! Капец, что-то мне это не нравится. Да ладно, проедемся. Ну, заходите домой, детки. Только
тапки надеваем. У нас дома порядок. То есть вы хотите сказать, что тут чисто? Эти тапки еще хуже, чем у нас были в детдоме. Еще и воняют. Да мы специально убирались перед вашим приходом, а тапки пахнут свежестью. Фу, какой ужас! А теперь будем вас развлекать. Вот вам праздничная пиньята. Вау, круто! Там же, наверное, столько сладкого. Давайте, давайте, это все для вас. Мелани, бей сильнее! Должны добраться до этих конфет! Еще чуточку и сладости будут у нас! Ой, как они обрадуются! Не то слово! Давай, давай, сильнее! Ну! Конфеты! Что-то придумать. Дети, это офигенная развлекуха. Я готова встречать своих братиков и сестричек. Мы такие сюрпризы им приготовили. Думаю, им очень понравится. Добро пожаловать наши... Сколько подарков! Сеструха, подожди, я с тобой! Какие они счастливые! Мама, это еще что такое? Доченька, это Ева и Адам. Это твои брат и сестра. Так вы говорили, их будет четверо. Понимаешь, просто появились родители, которые тоже хотят их усыновить. А вторая часть детей пока побудет у них. Да. Они хотя бы не заразные. Угощайтесь, это вам. Еда! Как давно мы ее не ели? Осторожно! Что за ребенок такой? Детишки, идемте, я покажу вам дом. Адам, а ты рад, что попал в наш дом? Ну да, у меня никогда не было своего дома. А у тебя девушка есть? Да что это ты намекаешь? Мы, возможно, будем братом и сестрой. Возможно, а может и нет. Ой, какой порядок! И очень уютно! Там... Ты чё, заикаешься? Там драконы и змеи! Нам страшно! Ой, да чё вы надумали? Они не страшные, они наши домашние питомцы. Я хочу обратно в детский дом! Сейчас я вас развеселю. Вот вам игрушка! Забросьте ручку в бутылку! Начинаем! Не выходит! Блин, а это весело! И настроение улучшилось! Давай, давай! Давай, сынок! Тук-тук, можно? Ты кто такая? А, я ваша новая соседка, принесла пирог. Дети, обыщите ее. Набирайте все бабки! Вы что делаете? Отпустите! Жучка! Ищите бабки! Быстро! Угощайтесь, наши детки! Вам все нравится? Ага!
Ой, Адам, смотри, как нужно, и повторяй за мной. Я не хочу кушать, не хочу! Ой-ой-ой, Гарри, покорми девочку детской кашей. Может, она ей понравится? Как скажете. Вкусный самолетик. Летит, летит. Не хочу, не хочу, не хочу! Ну попробуй. Вкусно? Ну я же говорил. Невкусная твоя каша! Ева! Это что за поведение такое, а? В нашей семье нельзя себя так вести! А чё вы на мою сестру орёте? У вас невкусно, ясно? А ну успокоились, или будете наказаны! Нет! Чего такой расстроенный? Скучаю по Мелани и Заку. Как они там? Я тебе подниму настроение. Держи, этот айфон твой. Вау! Никогда не думал, что у меня будет айфон. Ой. А знаешь, может мы останемся с другими родителями и будем с тобой встречаться? Классно. Тогда я надеюсь, ты не станешь моим приемным братом. Здорово, мы к вам. О, рассказывайте, как вам живется у новых родителей? Ну, ужасно! Да! В детском доме было лучше. Ребята, я так соскучился! Да когда мы уже будем вместе? А вам как жилось? Дети очень невоспитанные. Да, их всему нужно учить. Так давайте мы их всех заберем, если они вам не нужны. Фигушки, вы должны. Как не должны? Только в обморок не упадите от этой красотищи. Ева, ты это видишь? Ага. И сейчас тоже жесть. А ну разошлись! Чё стоим? За работу! Будете делать массаж. Становимся быстро и делаем. Ой, что-то ноги болят. Опа! А пусть наши новые дети нам ноги массируют. Что, рабы? Ну да, а кто же еще? Мы на это не подписывались. Делайте, или мы вас кормить не будем. Ну, так нечестно. О, так-то лучше. Как же они воняют! Я сейчас тошнит! Делайте! Быстро! А ты чё, и правда кормить собирался? Нет, конечно! У нас же нет еды! О, смотрю, вам тут весело.
Очень. Ну что, детишки, сейчас придет художник и научит вас рисовать. А, будете красиво рисовать, а Гарри может пока отдохнуть. Спасибо! Спасибо! Вы мои спасители! Ну и где тогда художник? Угу. Здравствуйте, я готова научить ваших детей перерисовать. Повторяйте за мной. Отстой! Как же скучно! Сейчас будет весело. Помогите кто-нибудь! Что случилось? Что вы сделали с учительницей? Ужасные дети! Хватит бросаться! Вы наказаны! Мы не хотим рисовать! Да! И вообще, бедные родители были веселее! Что-то было? Эх, не нравится мне все это. Кого же выбрать? Вы что делаете? Не видите, куда идете? Ого, ты кто такая? Блин, вы же тоже мои брат и сестра. Зак и Мелани. Ну, вроде. Ой, какая я умная, угадала. Так а ты кто? Сори, что накричала. А родители что, не сказали, что у них есть дочь? Не-а. Капец, они совсем про меня забыли. И куда им 5 детей? Так а как тебя зовут? Ай, я Дина. Ты красивая. Стоп! Идем отсюда! Нам еще к директору надо. И этот Зак красавчик. Хоть вы не стали моими братьями. Пусть лучше будет у меня 2 парня. Ну что, рассказывайте, как дела? Ужасно! Я до сих пор не могу отойти от массажа. Диночка, чё ты там говоришь? Да ничего, привет, брат. Мелани, я так соскучилась! Ну, вы уже определились, с какими родителями хотите остаться? Нет, эти богачи постоянно орут. И фигню заставляли нас делать. Да это вы не видели, что мы у бедняков делали? Значит так, нам нужно выбрать вам родителей. Когда я отдам вас в новую семью, мне заплатят кучу... Денег? Так вот почему вы избавляетесь от нас! Кучу грант дадут и все. Так, короче, теперь вы вчетвером отправляетесь к богатым родителям. А потом к бедным. Ага, и долго мы будем туда-сюда ездить? Это ваш последний визит, потом определимся. Зато все вместе! Как меня все достало! Чтобы еще придумать, чтобы их сплавить. Кому же еще подарить айфон? О, точно, подарю Заку. У меня же таких айфонов целый чемодан. К тому же Зак еще и красавчик. Доченька, встречай гостей. Кто-то еще приехал. Блин, Зак и Адам вместе приехали. Привет, будущая сеструха! Всем привет, я рада вас здесь всех видеть. Ну что, сыграем в игру? Станете настоящими бизнесменами! Вот это я крутая! Я покупаю вот этот домик, этот, тут и тут! Мелани, у тебя нет ничего! Все, я больше не играю! Опа! А я, кажется, покупаю вон ту улицу и выигрываю игру! Мы все банкроты! Жесть! Дурацкая игра! А чтобы вы не расстраивались, мы выписали вам чеки на 100 тысяч долларов! Маму и мне! Обойдешься! Ой, а мне это, в туалет надо! Дина, ты что, сильно расстроилась? Да, забей. Просто мои родители мной вообще не занимаются.
Да ладно тебе, все будет хорошо. Кстати, это тебе подарок, держи. Вау, спасибо. Вот бы ты стала моей девушкой, а не сестрой. Скажи 30 раз ночью мое имя, может тебе повезет. Хорошо. Капец, дырка. Походу опять мышка вернулась. Ой, еще раз добрый день. Здрасте. Капец, у вас воняет. Девочка, помолчи, а то я сейчас мышку позову, и она тебя укусит. Ой, я забыла, зачем пришла. Ого, какой у вас цветочек красивый. Вот этот. Ах ты ж, зараза! Не успела отвернуться! Так ты меня уже извиняешь! Вы все не так поняли! Я пришла кое-что спросить, но забыла! Не бейте мою маму! А ну, пошла вон! Да, дорогая, все не так! Я тебя сейчас рассмешу! Фейерверк любви! Что ты стоишь без дела? Давай, туши! Да ты идиот! Пожар! Бежим! Бежим! Мы теперь без дома! И все из-за тебя, идиот! Я вспомнила, зачем приходила. У вас есть свечки? Петарды. А ты не могла раньше сказать? Я бы не спалил дом этими свечками! Ой! Какие же вы непослушные! Дом сожгли и приехали к вам погостить. Ой, ой, пожар дома! Нам негде жить! Какой ужас! Оставайтесь у нас, конечно! Ура! Вот это у нас будет большая семья! Нет! Им нельзя тут оставаться! Они воняют! Они нищие! Ну, милые люди, надо помогать! Пусть у нас останутся! О, спасибо! Чур, комнату я сама себе выбираю! Нет, 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 нет! Арева пить! Пошли дом покажешь! Офигеть, это будет наша комната! Яху! Хорошо, что ты наш дом спалил! Теперь будем жить как миллионеры! Какой ужас! А ну слезай с нашей кровати, быстро! Это ты виновата! Ты их оставила! Валите отсюда! Была ваша, а стала наша! Комнату у вас отобрали, еще и детей отберем! Дина, давай сделаем селфи на мой новый телефон, который ты мне подарила! Давай! И как нам быть вместе? Не знаю, если вас усыновят, то, наверное, никак. О, ребята, давайте сделаем селфи на новый телефон, который мне подарила Дина! Я, да! Не понял, Дина! Объясни, почему ты нам двоим подарила одинаковые телефоны? Так это, вы же мои братья там... Адам, она сказала, что хочет встречаться со мной! Да конечно! Тина сказала, что я буду ее парнем! Ага! Ну, мальчики! Ты мне больше не брат! Я забудь, как меня зовут! Очистить лук и... Даба... Мелани, мы так ужин никогда не приготовим! Ты чё, до сих пор читать не научилась? Нет, родителей у нас нет, никто моим воспитанием не занимается. Дай сюда! Короче, для начала нужно поставить воду.
овощи нарезать. А ну, боже мой, ты еще слишком маленькая! И что? А ну, иди сюда! Сейчас так сдам! Отвали! Это я ее спасу! Что делать? Закрыть рот и бежать! Любимый, быстро выходи, тут опасно! Я так не могу! Мои денежки, надо их спасать! Тут нельзя находиться, мы идем! Все тут опасно! У вас теперь, походу, тоже дома нет. Мои миллионы! Какой ужас! Что нам теперь делать? И кто это сделал вообще? Ой, а что это тут случилось? Куда дом делся? Это вы его сожгли! Признавайтесь! Ужас! Что вы сделали с детьми? Так, где она, мазак? Ах, ты моя! Моя! У нас беда! Нам негде жить! Все деньги сгорели! Все! Вы не получите детей! А мы? А вы тем более! И вообще, я забираю Тину! Ей больше негде жить! Идем! И вы тоже! Мальчики! Тина! Значит, мы не будем братом и сестрой! Давай встречаться! Ну, заткнись! А ну бегом! Котенька! Начинается. Знаю одно, это будет весело. Начинаю. Пока я буду отвечать на данные вопросы, вы тем временем опускаетесь в комментарии и пишите ваши ответы на, ну, на те же вопросы, которые мне задают. Вот. Поэтому давайте начнем. Я вас люблю, знаете это. Я тоже люблю. Кто лучше шутит? Давайте я пошучу про ежика. Мерим, хорошо. Кто из них тебя больше бесит? Мне кажется, Ариэль, никто не должен. Мы же друзья. Все семья. Я отказываюсь. Не пропускай. Спасибо тебе большое, я теперь тебя пожалю. Да, спасибо большое. Кто постоянно все забывает? Это нам тоже провокация. Гарри, а какой сегодня день? Сегодня день солнечный, красивый. Кто из них лучше тебя знает? Хотя бы я стал. Это большой бонус для меня. Это будет хорошо. А кто из них выглядит всегда красиво и стильно? Тина, прости. Спасибо. Ну да, понятно. Это женская солидарность, все понятно. Конечно. Меняем пару. Поехали. Кто лучший актер? Ариэль! Братан, карма не сработала, я думал, ёк, окунусь. Кто из них хитрее? Да ты моя! Это ты умный! Ты собака какая-то, блин, моя собака делает! Мне кажется, чтоб не расслаблялась. Давайте дальше.
Ой, освежу. Кто очень часто злится? Что? Ну, начинается! Я считаю, это целенамеренно. Нет! Уведение энергии. Рассудили! А считаю, я! Даже сейчас он злится. Вот, да. Риксер! Давайте. Кто самый неуклюжий? Блин! Это карма тебе! Это карма! Давай! Дальше! Кто больше всех кушает? Давай, понятно! Еще сильнее! Кто уже танцует? Ой! Еще раз, пожалуйста! Мы уже все прекрасно намокли, мы с вами прощаемся. Мы очень классно провели. Нам сегодня повезло. Так, а вы смотрите наши любимые луперсы, пока мы будем сушиться. Пока мы будем сушиться, смотрите наши любимые луперсы. Ну, вы уже определили. Последний визит, потом решимся. Снимай. Всем здравствуйте. Как у вас дела? У меня очень плохо. Еще два, но посмейся. Я ей... Ну посмейся, Роман. Все, ну... Подожди, ну сейчас, ну 2 секунды, и я готов. Я все. А? Давай, да. Что это такое? Не знаю. Это все краска, точно говорю вам. Где? Комнату у вас отобрали, еще и детей отберем. О, да. Все достало. Чтобы еще придумать, чтобы их сплавить. Да. Чугунную печь. Что? Хорошая была. Да. Контратака! Палка, это моя магия! Я уже пробовал! Не терять нечего! Мы читали ваши комментарии и видели, что вам понравились наши влоги. Нам это очень приятно. И поэтому сегодня мы решили поиграть в Дженду! Итак, сейчас мы должны выбрать, кто будет тянуть первый. Давайте на камень, ножницы, бумагу. Давайте. Так, первый ножницы. Нет, ладно, давайте. Давай все вместе. Раз, два, три. Так, Каша, ты всех порезал? Нет. Будет вытягивать Нейт, потому что он единственный парень, я думаю, должен нам уступить. Да. А зачем все это было, когда вы уступили? Так, просто хорошо, давай. Так, приговаривай. А если тронул все, другую нельзя? Да, да, все, давайте. Да. Молодец, очень жаль. Все, да, не справился. Давайте я. Давай, девочка. Аккуратно, не нервничай. Ой! Давай. Ну, это да, ты просто с козырей пошла. Ого, прям. Я зря. Я не буду менять. Не держи башню. Она не будет вставать. Как мне удастся? Она либо упадет, либо не будет. Пусть встает другую. Ничего страшного. Мы меняем правила на ходу. Что это такое? Вау! Как неожиданно. Хорошо. Хороший ход. Пока я вытаскиваю, пишите комментарии, кто вам в нашем ролике понравился больше всего. Конечно, Нейт Механик. А первые два ряда уже может тронуть? Мой первый три. Ну, я уже вытащила, так что следующее. Мы играем по правилам или просто как получается? Мы играем так, как нам хочется. Они такие. Ой, какая муха опасная. Интрига, страсти не накалились. Нет, я... Конечно! Это несложно. Давайте заново. Очень-очень хорошо. Я сказал имя, подожди. Ариэль. Обрезаться. Так, по новой. Все, первый есть. Теперь снова. Потому что
что я такие тяжелые мне попадаю. Ну это, конечно, будет. Давайте подвоем. Тихонько. Без своих вот таких ураганов, пожалуйста. Максимальная концентрация. Вы так опасно встаете, я натрясется все. Ой-ой-ой. Что творится? Что творится? Господи, помилуй. Напряженная обстановка, ручки трусятся. Не, ну это не серьезно. Я боюсь. Это... А я уже знаю, кто он. Почему она не вытаскивается? Кто там хлопает наверху? Блин, она не вылазит. Давай, давай, давай. Все. А я, а вы опять меня пропустили? А ты после меня. А ты ж после Кристи. Да, я Ариэль, да. Блин! Ну что ж теперь делать? Что делать с Кристи, которая проиграла? Пишите в комментариях, а мы обязательно прочитаем. Желательно, что пошел. Что надо, пошел. Очень мы любим друг друга, как вы поняли.